мы должны с нуля достичь новенькой ламбы Aventador S за 20 миллионов. В прошлой серии мы работали на рыбалке и выяснили, что это самая худшая работа на Black Rush. Как все мы уже знаем, сегодня 20 числа вышло новое летнее обновление, в котором добавили новый интерфейс доната, добавили какие-то классные дорогие вроде как машины и, что самое главное, ребятки, добавили Black Pass. Я по вам, если честно, очень соскучился, ребятки, и я штаны не просиживал. Как вы можете заметить, у меня на руках 2 миллиона 150 4000. К сожалению, я пока что 8 левел не апнул, но надеюсь, к завтрашнему дню я это сделаю. И поэтому, если эта серия наберет 4000 лайков, то прямо завтра выходит 15 серия, в которой нам откроется очень много всяких интересных работ. Все это время я играл и работал в основном на кладоискателе, и мне удалось где-то заработать, ребятки, честно, не помню, 750 или около 800 тысяч. Кто еще не начал играть, обязательно скачивайте игру по ссылочке в описании, заходите на сервер Индиго и вводите мой ник при регистрации LMIKEGOAN. А также при достижении 2 уровня вводите мой промокод хэштег LMIKE, и вы за него получите целых 15 тысяч. И еще вводите мой 2 промокод хэштег LMIKETOP, и вы за него получите новенькую Toyota Supra на целых 8 часов. И огромный плюс — это то, что вы сможете ввести сразу же 2 промокода. Ну, в общем, ребятки, томить не буду, заходим в меню и нажимаем донат. И у нас появляется вот такой вот новенький интерфейс. Прям сразу же нам открываются вот такие вот товары. То есть акция дня, товар дня и какой-то товар именно для вас. И теперь у нас донат валюта не рубль, а Black Coin, и придется, в общем, привыкать. Здесь мы можем купить машины за донат вне зависимости, есть ли они в наличии или же нет. Но я здесь вижу, появился новый раздел уникальные. Давайте его посмотрим и смотрите, какие машинки здесь появились, друзья. Появились несколько уникальных и редких машин, которые, допустим, вот в таких за 1000 рублей невозможно было выбить Volkswagen Jetta. Теперь мы это можем все купить за донат. Допустим, BMW M5 в кузове F90 продается за 50 тысяч рублей. Это просто жесть, друзья. Нажимаем кнопку посмотреть, и мы теперь сразу видим характеристики данной машины, то есть скорость, ускорение, вместимость и багажник. Далее мы можем менять цвет. Раньше, ребятки, просто автомобиль покупался, по-моему, всегда в черном цвете, и все, не было выбора. Сейчас этот выбор есть. Допустим, вот такой вот раскраски — это плюс еще 505 рублей в синий и еще 505, то есть остальные все по 505, только черная у нас, так сказать, за бесплатно, остальные раскраски у нас по 505 рублей. В общем, это очень круто, ребятки, но я вот правда не знаю, кому вот эти Мерседесы, блин, скорая нужна за 30 тысяч рублей. Вот кабода реально нужда. Ну такое себе, если честно. А вот ГАЗ Тигр, ребятки, вот это уже аппарат. Вот это я бы себе, если честно, приобрел, если бы у меня были бы такие деньги. Ну а с остальным транспортом ничего нового нету, ребятки. Здесь эти автомобили уже, так сказать, были. Но единственное, конечно, еще добавили новые автомобили. Вот эти автомобили — это было с прошлой обновы. Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Phantom, Maybach — это было с прошлой обновы. Сейчас вот добавили Bugatti Diva и Bugatti La Noire. Bugatti Diva стоит 50 тысяч рублей, это просто жесть, ребятки, но вот Bugatti La Noire стоит 70 тысяч рублей, это откуда такие деньги, блин, взять? Вот так вот она выглядит, и если вы захотите поменять цвет, вам придется доплатить еще 705 рублей, либо вот в черном за бесплатно. Добавили новые скины за донат, здесь вы можете, конечно, сами все посмотреть, вот, допустим, можно даже барыгу купить себе скин за 1000 рублей, заключенного за 1500, в общем, много всяких интересных скинов, но они, конечно, не все новенькие, вот, допустим, Severus Snake, он уже, так сказать, был. Можно купить скин основателя Муханова Кирилла за 15 тысяч рублей. И самый дорогой скин — это админский, я так понимаю, скин за 30 тысяч рублей. В общем, тут затариться очень сильно можно. Далее здесь есть наборы, ну, в общем, понятно. Ну и, так сказать, випки. Это мы тоже, в принципе, все знаем. Здесь мы видим то, что у нас есть подарок. Он откроется через 1 час 4 минутки. Мы потом его с вами откроем и посмотрим, что там. Далее заходим в услуги. Ну, здесь как бы все понятно, все так и осталось. И далее, друзья, самое интересное — Black Pass. Вот он. Но я думаю, всем понятно, что такое Black Pass. Вам просто нужно, так сказать, выполнять задания, и вы получаете определенные награды. То есть стандарт — это у нас бесплатное, то есть мы будем получать вот эти призы, что по нижней линейке идут. А Black Pass премиум, его нужно покупать. А его нужно покупать либо же за 600 рублей, либо же за 1700 в каком-то пакете. Если, в общем, купить Black Pass премиум, можно забирать награды и с первого, и со второго. Призы здесь как для бесплатного более чем, ребятки. Здесь их спички, что нам самое главное тоже нужно. Так сказать, денежки 15, 10, 17 тысяч. BMW на 1 час. И даже донат есть, ребятки, смотрите, 5 рублей, 3 рубля. В общем, даже VIP Silver на 1 день тоже можно будет прокачиваться нехило, да. VIP Gold, в общем, давайте посмотрим до самого конца, что здесь, какие призы. Так, VIP Gold на 15 дней. В общем, ну здесь нормальные, так сказать, призы, я думаю, более чем. Давайте посмотрим задание и что нам нужно теперь для этого делать. Есть еще марафон, конечно. Ежедневное выполнение задания открывает новые уровни. То есть еще можно, так сказать, марафончик проходить. Вот 22 часа 47 минут у нас на это все дело.
дело есть. Далее здесь есть рейтинг, у меня 1815 место. В общем, ладно, заходим в задание. Как по-быстрому пройти все эти задания Black Pass? В общем, ребятки, нужно внимательно все читать. И, допустим, есть такие задания, как 24/7. Там купите маску, допустим, и букет цветов. Вы, допустим, можете и то сразу купить, и тем самым два задания сразу же выполните. В общем, обязательно внимательно все на это дело смотрите. Вот, допустим, подарок невесте. Нам нужно купить цветы, ребятки, и награда 1000 рублей плюс 100 очков сезонного опыта. Боя готов, купить оружие в магазине оружия. Тоже награда 1000 рублей. Тоже, вот, смотрите, приобрести лопату 1500 рублей. То есть уже мы можем купить цветы и лопату. Уже, ребятки, 2500 там получается. Окажи медпомощь, приобрести 4 аптечки. Тоже 2000 рублей нам за это дастся. Без 5 минут банкир. Это у нас что получается? Это я, по-моему, оплачивал счет за квартиру 1000 рублей. И мы, короче, получили 2000 рублей награду. Вот такой вот интерфейс у нас появляется. Нажимаем забрать. Подстрелите животное на охоте. 2000 рублей. В общем, задания, ребятки, интересные. И я предлагаю сейчас их все повыполнять. Также задания марафона бывают очень легкие. Смотрите, посетите ночной клуб всего лишь, а награда 5000 рублей. В общем, ребятки, очень-очень интересно. Классная суперская обнова. И я предлагаю все это побыстрее начать. Заходим в 24/7. Нам нужно купить сначала несколько аптечек. Покупаем букет цветов за 150 рублей. Отличненько. Теперь нам нужно купить лопату, насколько я помню. В чате мы видим, задание подарок невесты выполнено. Задание хозяин огорода выполнено. Давайте, в общем, посмотрим, как это все там выглядит. По 100 очков задание сезона нам дают. Нажимаем получить 1000 очков. И забираем 1000 еще рублей. Отличненько, ребятки. Так, хозяин огорода тоже забираем. Здесь у нас 1500 рублей. На 1000 мы, конечно, потратили на лопату. Плюс 500-шечка. В общем, ребят, томить не буду. Я сейчас по-быстренькому все эти задания пройду и вернусь. Работал я, значит, на заводе. И впервые у меня зависла игра. Ну, в общем, ребятки, думаю, пока хватит. Практически все квесты эти я выполнил. Я почти все задания выполнил, кроме, так сказать, сложных. Да, там каменный лоб, где там прям нужно заморачиваться, сидеть, да. Сдаем все эти задания, получаем 1000 рублей. Так, забираем. Теперь сдаем у нас, получается, шахтер. На шахте я работал, 1000 рублей еще забираем. И еще, ребятки, огромный плюс, то, что когда эти квесты, допустим, вам даются, допустим, там на шахте, да, 150 килограмм руды, ты, вы, получается, еще и с работы забираете, как бы, деньги, а это вам небольшой бонус, тоже огромный, так сказать, плюс, не забывайте об этом. Окажите медпомощь, так, забираем 2000 рублей, орлиный глаз забираем еще 2000, отличненько. И теперь задание марафона, здесь забираем, вся наша жизнь игра, там я на 1000 рублей сыграл, чтобы квест выполнился, и, кстати, выиграл 1000 рублей. Забираем 5000 рублей, знакомство с администрацией, это в мэрию нужно было нам просто сходить, забираем. Здоровье превыше всего, забираем еще 3000, 21 забираем 1000 рублей, оторвемся по полной, это нужно было в клуб зайти, 5000 рублей. Так, ребятки, смотрите, у нас получилось 2 миллиона 183 тысячи, а у меня изначально было, грубо говоря, там 2 миллиона 150, если честно, я особо там уже не помню. Итого получается 33 тысячи примерно мы с вами заработали. Это вообще очень-очень вообще классно, ребятки, на самом деле я мало времени на это все потратил. И, к сожалению, в Black Pass мы даже одну ячейку с вами не прошли, потому что для прохождения нужно 2000 очков, а у меня всего лишь пока что 1000. В общем, ребятки, это очень классно, всем советую, это очень легко, бывает вообще очень изичные задания, типа заехать в мэрию и всего лишь 5000 получить, так что обязательно смотрите. С вами не прощаюсь, ну а я пошел докачивать нашего персонажа.